Свой второй творческий вечер эксперт по производственным информационным системам «Смоленская АЭС», а также солистка театра песни «Шанс» Елена Спасова посвятила 35-летию пуска первого энергоблока «Смоленская АЭС». Этот концерт в канун празднования 35-летия пуска первого энергоблока «Смоленская АЭС». Поэтому, ну, так как у меня вся жизнь моя связана и со Смоленской атомной станцией, и вся жизнь моей семьи связана с жизнью Смоленской атомной станции, поэтому вот пришла такая идея объединить эти два понятия, ну, и так объединенные жизнью, назвать так концерт. В концертную программу вошли 19 композиций. Все прозвучавшие в этот вечер песни популярны и не очень. Певица наполнила светлыми чувствами, цветными эмоциями и искренностью, задевая разные струны человеческой души, заставляя плакать и смеяться. Концерт не оставил равнодушным никого. Я вообще первый раз на концерте Елены. Мы с Леной познакомились по работе, и сразу было понятно, что человек очень позитивный. Но для меня настоящее открытие, что это такой голос. Голос просто золотой. Мое впечатление – класс, хотя это слово не характерно для моего лексикона. Замечательный концерт, замечательное выступление, замечательный сценарий. Очень хороший концерт, замечательный. Мы смотрели в зал, конечно, всех завела. Просто, знаете, мне кажется, надо дать такой концерт на большую аудиторию. На следующий год Елена Спасова пообещала десногорцам подарить еще подобный концерт и надеется, что они станут доброй традицией в культурной жизни Десногорска.